Доброе утро! Мой обещанный завтрак. Всех приветствую, моих подписчиков, кто случайно зашел. Всем рада! Сегодня я буду готовить вам завтрак матушки Пуляр. Это омлет, называется Пуляр. Французский, воздушный. Что нам для этого понадобится? А понадобится нам, смотрите, что... Нам понадобится 2 яйца, блендер, совсем чуть-чуть молочка, прям капелька-капелька, и соль. Все. Мы сейчас будем приступать. А для начала я поставлю кофе варить. Вот видите, у меня гейзерная кофеварка. Сейчас я поставлю кофе варить. Пускай кофе варится, а мы пока будем делать наш омлет. Будет шумно, извините, но я буду взбивать. Для начала мы отделим белки от желтков. Сюда мы положим желтки. А сюда белки. Так. Вот, отделили. Вот это мы сейчас все. Чуть-чуть молочка, прям вот, ну, слегка забелить, чтобы масса была однородная, прям совсем чуть-чуть. Ну, прям даже не могу сказать, ну, чайную ложку, наверное. Здесь мы сейчас все это перемешаем. Перемешаю я с вилкой до однородной массы. Вот так. Можно чуть-чуть подсолить. Прям чуть-чуть. Вот, видите, у нас такая масса получилась. Мы ее отставляем в сторонку. Дальше я вам покажу, что делать. Так, вот это мы убираем. Здесь у нас белки. Мы их подсолим. И теперь блендером будем взбивать до стойких пиков. Можно взбивать венчиком. Такой бывает венчик специально. Можно им взбивать. Но мы пока взбиваем. Они еще у нас пока еще жидкие. Все-таки блендером не очень удобно. Я решила взять миксер. И взбиваю миксер. Особенно если миксер у вас с венчиком, то вообще красота. У меня нет венчика, надо другой миксер покупать. То есть белки у нас должны увеличиться, вот они были вот тут где-то, в 3 раза.
Вот такие они получились внутри. Смотрите, видите? Сейчас уже будем готовить с вами сам омлет. Что нам для этого понадобится? Сейчас я вам покажу. Так, нам понадобится сковородка. Ой, извините. Что-то все качается. Нам понадобится сковородка. Мы в нее нальем чуть-чуть растительного масла. Так, если вы видите, кофе у меня уже. Сейчас я вам покажу. Кофе у меня уже вот почти готово. Я его сейчас буду выключать. Включаем плиту. Так вот, смазываем сковородочку растительным маслом. Так, кофе уже готово. Запах пошел. Вот, видите, полная кофейня. Вот, кофе у нас готов. Сейчас сковородка нагреется. Сначала мы выливаем желтки. Я думаю, что многие умеют такой омлет делать. Но я так на всякий случай решила вам наполнить. Вливаем его. По всей сковородке надо распределить. Сейчас мы распределим по всей сковородке. Как блин. Вот. Делаем огонь поменьше. Вот, чтобы был как блин он. Так, сейчас я кофе уберу отсюда. Не перевернуть его. На медленном огне. И она слегка должна у нас схватиться. Но не до конца. Что мы делаем? Мы сверху выкладываем наши взбитые белки. И также аккуратненько распределяем по всей поверхности. Вот так аккуратненько по всей поверхности распределяем. Накрываем крышкой и оставляем до готовности. Это приблизительно 5-7 минут. А готовность мы проверять будем, белки у нас липнут к пальцу или нет. Сейчас, как будет готово, я вам все покажу. Ну вот, я уже выключила газ. Вот видите, я трогаю. Палец чистый. Значит, они у нас готовы. Что мы должны сделать? Мы должны его сначала разрезать пополам. Так, пополам разрезали. Сначала буду пытаться с первого кадра вам все показать. Кладем одну половинку. А вторая кладется наверх. То есть, ой, сейчас я первую тарелку неудобно взяла. То есть, а вторая кладется вот так. Друг на друга. Ой, не видно. Вот, видите? Вот, друг на друга они кладутся. Можно подвинуть чуть-чуть. И вот такая красота у нас получилась. Сейчас я вас подниму чуть-чуть, мне неудобно. Ну, вот такая красота у нас получилась. Вот, видите? Это такое, типа суфле. Еще можно, знаете, безе бывает. Безе только сладкое, а это соленое. Вот. Так, как моя была ошибка в том, что я взяла блендер вместо миксера, надо брать все-таки миксер. И желательно, чтобы венчик был. Не взбивать, как это. Хотя тоже взбивается хорошо. Это я уже забыла, давно не делала такой омлет. Вот так встану, чтобы свет не падал. Омлет такой давно уже не делала. Кофе я себе уже налила.
Сейчас будем пробовать.